Вітаю усіх глядачів парламентського телеканалу «Рада». Це програма «Позиції». Наступні 20 хвилин ми обговорюємо реформу фармацевтичної галузі в Україні. Гостем нашої студії є народний депутат, представник групи «Економічний розвиток» Андрій Шипко. Пане Андрію, я вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Давайте розпочнемо нашу розмову. Доброго дня, шановні телеглядачі. Із того, що ж, власне, відбувається на ринку ліків, ціни невпинно ростуть, і люди стали перед вибором купувати хліб чи ліки. Да, на сегодняшний день сложилась катастрофическая ситуация, особенно это знают половина практически парламента мажоритарщиков прошла, они бывают на округах, разговаривали с людьми, и все фактически видят, что люди, особенно пенсионного возраста, вот, они просто не могут купить сегодня, на данный момент, купить медикаменты в аптеках, потому что не хватает пенсии, не хватает вот минимальной заработной платы, просто чтобы оказать простую медицинскую помощь, вылечить простудное заболевание. Эта власне ситуация повязана и с ростом доллара? На эту ситуацию много причин плывает. Конечно, нестабильная экономическая ситуация в нашей стране. И та ситуация, которая складывается, потому что в нашей стране идет война. Экономика нестабильна. Курс доллара высокий, и как бы нет его какого-то коридора или позиций. И поэтому, естественно, производители и дистрибьюторы закладывают в цену препарата, закладывают, естественно, те риски экономические, которые существуют сегодня. Пан Андрей, а если порівнювати ціни, власне, на ліки вітчизняного виробництва імпортного в ціні? Ну, это несоизмеримо. В разы дешевле цены на медикаменты отечественного производства. И, кстати, так, иначе, многих... Але все одно потрібно підтримувати вітчизняного виробника однозначно, на нижніх умовах. Однозначно. И во многих странах, вот мы будем говорить и о европейском законодательстве, и о том, какие у нас позиции в комитете были, и какие законопроекты мы сделали. Но я хочу сказать, что во многих странах именно государственная система регулирования цены на медикаменты делает доступным рынок для всех слоев населения. У нас вона не діє, ця державна програма? У нас вона діє, но у нас действительно надо задействовать и внешние, и внутренние факторы, вот как референтные цены, вот как дать возможность развития системы реимбурсации, ведь у нас есть хорошие... Что, власне, означает эта система? Система реимбурсации – это то, на чем мы настаиваем, и то, что сейчас необходимо делать непосредственно, чтобы снизить цены на медикаменты, это система государственного компенсирования цены стоимости лекарственного препарата. То есть человек, приходящий в аптеку, либо по рецепту бесплатно получит препарат, либо с частичной оплатой. Вот такая государственная программа, как у нас, шла и идет по лечению гипертонической болезни. Вот мы, эта программа началась в 2012 году, и в течение, вот мы проводили слушания в начале 2014 года в комитете, я был ответственный за подготовку слушаний, мы пригласили всех специалистов с разных регионов Украины, пригласили и научную общественность, и общественные организации, и руководителей здравоохранения. И посмотрели результаты, что программа действительно дает хорошие результаты. Из 100% людей, которые обратились, 74% действительно получили рецепты, пошли в аптеку, получили те препараты с компенсацией стоимости, с государственной компенсацией стоимости цены препарата. И мы видим результаты. На 16% меньше вызовов скорой помощи, почти на 7% меньше вызовов скорой помощи по гипертонической болезни. Ну и плюс, мне кажется, и на 7% меньше инфарктов миокарда. Пане Андрію, и мне кажется, перевага ще и в том, что все ж таки пацієнт хворий, він йде до лікаря, и лікар йому чітко прописує діагноз, прописує ті медпрепарати, які потрібні, бо згадайте, українці просто йдуть в аптеку і лікуються, ну, вибирають собі препарати самі. Так, тобто займається самолікуванням. Так должно бути. Лечение человеку, пациенту назначает, конечно же, врач. Конечно же, врач. И на цену, конечно, препаратов сегодня влияет еще и то, что в начале года, 1 апреля, это число не забудут никогда все участники фармацевтического рынка, когда 1 апреля... Это на базе 7% ПДВ? Да, но вначале было как бы 20, и было непонятно, 7 или 20, и 1 апреля полностью остановился фармацевтический рынок, и я помню, как стояли фуры с медикаментами на границах, и я помню экстренные совещания, которые мы собирали в комитете, те
те позиции, которые мы дали, и так родился закон, представленный в парламент кабинетом министра, о том, что все-таки НДС делать 7%, а не 20%. Это первое. Ну а я вообще выступил инициатором того, чтобы заморозить и дать определенный период подготовки к введению НДС на лекарственные препараты. Потому что ввести НДС — это хорошо. Да, это как бы европейская практика, во многих странах это существует. Если сравнивать с европейским опытом, 7% это великий процент? Нет, это такой нормальный, средний. Есть в странах, где там 2-3%, есть страны, где 15%. А Украина готова сегодня до 7%? Я хочу сказать, что если мы сделали первый шаг, то надо обязательно делать второй. Ведь в странах, где есть НДС на лекарственные препараты, ведь существует государственная система компенсации стоимости лекарственных препаратов. То, что сейчас хочет видеть население. То есть, если мы платим, если платится НДС, то есть и система, которая, государственная система защиты населения. И она оплачивается частично за государственного бюджета, а частично за счет страховых компаний. Это система реимбурсации, это первый шаг страховой медицины. И вот то, что мы делали, этот пилотный проект по лечению гипертонической болезни, я думаю, что надо брать и другие нозологические формы, которые влияют на смертность нашего населения. Цей пилотный проект еще триває? Триває. И я вам сказал результаты 2013 года. Вот мы будем подводить итоги 2014 году. Но мы будем настаивать, чтобы Кабинет министров немедленно, вместе с Министерством охраны здоровья, немедленно включился в процесс разработки компенсации стоимости лекарственных препаратов и по другим нозологическим формам. Пан Андрію, це має бути прописано законодавчо? Хто має зараз працювати над вирішенням цього питання? Ви говорите, що потрібно підключити страхові компанії, тобто запровадити страхову реформу в Україні, але її ще немає? Ну, то, що ми вже стоїмо на порозі того, щоб ввести, щоб... Если мы не будем дальше реформировать отрасль здравоохранения, именно конкретно и не предпримем шаги с точки зрения введения страховой медицины, реимбурсации, введения референтных цен на медикаменты, чтобы мы могли сравнивать цену внутри государства и параллельно у государства, которые находятся там Болгария, Чехия, Польша, мы видим цену внутреннюю и внешнюю цену на медикаменты. Если мы сейчас не будем этого делать, мы с людьми надо пообщаться, люди говорят, у нас системы здравоохранения нет на сегодняшний день. Поэтому я разговаривал и с новым министром, когда мы голосовали за парламент. Да, до речи. Он настроен на кардинальный на кардинальные шаги. А я, как депутат-мажоритарщик, как врач по образованию, я написал заявление в комитет по здравоохранению, я буду работать, я обещал это своим избирателям. Вот поэтому я хочу вот те законопроекты, которые сейчас наработаны, хорошие, европейские законопроекты, на которые комитет потратил более полугода. Вы имеете на увазе законопроекты, которые были напрацеваны під час 7-го попереднего скликання? Да, во время 7-го Які ви саме маєте на увазі документи? З чого вони стосуються? Ну, це законопроєкт, самий головний, я би сказав, революційний законопроєкт, який ми наработали, це нова редакція закону про лікарські засоби. Вот. Это просто полностью европейский законопроект, который учитывает соглашение об ассоциации, которое подписала наша страна, в котором полностью отображается директива 83-я директива ЕС и 20-я директива ЕС. Этот законопроект мы создали рабочую группу где-то в марте месяце 2014 года. В группу вошло 39 человек. Вы представляете, какая была огромная группа, потому что все захотели войти, и ассоциации производителей, ассоциации, пациентские организации, научная общественность. То есть законодавцы обговорюют напрацювання відповідних змін разом із практиками? Только так. Только так. Если закон должен проходить именно несколько этапов выслушания, и он должен быть отработан во всех, и в общественных организациях, и в научной среде, и среди специалистов и экспертов, и получить международный опыт. Вот так, как мы поступили по закону о новой редакции закона о лекарских засобах. Он просто разглядался как за основу? Чи його ще не прийнято у першому читанні? Його ще не внесено в парламент, тому що ми його тільки закінчили роботу над цим законопроєктом. Ми провели не одне засідання робочої групи і совмісне засідання, тому що таку ж робочу групу зробило Міністерство здравоохранення. Ми проводили совмісне засідання. Ну, комітет був основополагаючим, він був ініціатором цього закону. І я хочу сказати, що на сегодняшний день в Украине действует закон о лекарских засобах редакции 1996 года.
В нем было внесено порядка 20 таких структурных серьезных изменений, плюс порядка 100 поправок. И этот закон, он уже все участники фармацевтического рынка, они ждут вот каких-то нормальных изменений, которые должны быть. Ведь мы подписали соглашение об ассоциации. Мы вводим свое законодательство, имплементируем нормы европейского законодательства. И уже все ждут, чтобы у нас появился закон, который будет полностью соответствовать и полностью будет честный, прозрачный и отображать те реалии работы фармацевтического рынка и, самое главное, защищать наших людей, защищать пациентов. Під час обговорення цього документу, власне, з представниками фармацевтичного ринку, який головний посил, от, що саме головне, яка ідея об'єднала вас в цьому питанні? Якщо закон з 96-го року, да, перше, так працює, ситуація, що потрібно змінювати? Ситуація назріла к тому, что необходимо, знаете, уже созрела ситуация. Она была готова к тому, потому что закон, я уже сказал, он потерял саму структурную форму. Были внесены серьезные в него изменения. Он сам по себе, как в фармацевтической среде говорят, он уже латанный-перелатанный. Вот. И поэтому этот закон, он полностью соответствует европейским нормам. И я даже вот когда на округе общался с людьми, я рассказывал, что такой закон. Вопрос всегда на каждой встрече задают люди, цена на медикаменты. Но это нельзя взять с воздуха и сразу сказать, что завтра. Ну, я никогда не отличался популизмом, и я всегда выступаю против того, когда люди заявляют, вот завтра мы здесь наведем порядок и сделаем. Чтобы навести порядок, что нужно сделать? Первое, это должен быть нормальный закон, честные и прозрачные условия работы рынка. Второе, это должно убрать все бюрократические препоны, которые существуют, то, что мы сделали в этом законе. Третье, это надо убрать коррупционную составляющую. И четвертое, надо, чтобы государство действительно отработало механизмы защиты людей, защиты пациентов и гарантировало качественное, своевременное и доступную медицинскую помощь. А медицинская помощь без медикаментов невозможна. Чи стануть ліки доступними для пересічних українців із прийняттям відповідного закону? Це не відбудеться єдиномоментно. Но то, что этот закон, я хочу, вот, одно из первых заседаний Комитета Верховного Совета нового созыва, 8-го созыва, я буду презентовать, вот у меня в руках вот новая редакция уже закона, просто европейская. И я хочу презентовать в комитете, в этом уже, в новом, который будет с новым составом комитета, хочу, чтобы все народные депутаты стали соавторами этого закона, потому что он действительно отработан. И он отработан не только с общественностью, с ассоциациями, с научной средой. Мы подключили европейских экспертов, наши юристы постоянно в контакте находятся с европейскими экспертами, они приезжали к нам, смотрели. Я лично общался с Всемирной организацией здравоохранения, они давали свою оценку по этому закону. То есть этот закон, мы подошли к нему именно правильно, так как должно быть. И общественность, и наука, и специалисты, и международные эксперты, и Всемирная организация здравоохранения. Поэтому я думаю и надеюсь, что вот первое, хороший закон, это база, платформа, на которой можно строить. И потом правильные инициативы и те реформы, которые должно сделать Министерство здравоохранения, потому что Министерство определяет политику, и в этом законе прописано, что Министерство по многим вопросам лидирующую роль будет играть, не будет никаких перетягиваний каната. Должны быть ответственные министерства, которые полностью определяют политику в отрасли здравоохранения на территории нашего государства. Поэтому, ну, я вам хочу сказать, в законе введены новые терминологии, практически европейские, 21 термин введен. Вот, фактически многие термины в законе взяты просто из директивы, ну, переведены и соответствуют угоде об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной. И четко прописаны все вот составляющие, начиная от производства, оптовая торговля, розничная торговля, утилизация, разработка. Какая разработка? Разработка – это клинические, доклинические испытания. Четко прописаны, отдельной статьей прописана защита прав пациентов. То есть, во-первых, они должны все быть застрахованы. Во-вторых, без комиссии по этическим нормам при лечебно-профилактических учреждениях нет возможности проводить клинические испытания. То есть, очень много... Пан Андрій, а от, власне, виконання того чи іншого закону або проведення, втілення в життя тієї чи іншої реформи потрібно фінансування. От за таких умов, чи запрацюють ці механізми, революційні механізми за умов, коли
частина бюджету витрачається все ж таки на фінансування війни на Сході? Я понимаю полностью ту экономическую ситуацию, которая есть в стране, но еще раз говорю, без закона, который будет нормальной нормой, платформой, нормальным фундаментом для развития нормальных, прозрачных отношений на всем фармацевтическом рынке, движения дальше не будет. И мы понимаем, что движения дальше не будет без введения системы страховой медицины. А какие перспективы введения ее? Так как я поговорил с министром, я вижу, что он серьезно нацелен на реформу. Вот у нас был разговор буквально в парламенте, я с ним познакомился, он был уже правительство находился перед голосованием, мы с ним поговорили, какие он реформы делал в Грузии. Ну, и смотрю, что он нацелен на такую четкую конструктивную работу и хочет, чтобы комитет Верховного Совета по здравоохранению поддержал дуже его. Просто багато розмов у суспільстві стосовно запровадження медичного соціального страхування в суспільстві і за, і проти. Кажу, що сьогодні українці в принципі, ще не готові, немає певних механізмів для цього. Тут, на вашу думку, з наступного року це реально, з 2015-го, втілювати у життя поетапно, робити якісь перші кроки? Я думаю, що це необхідно просто робити. Если мы будем сидеть и ждать, общать, обсуждать, будем смотреть, а вот как там, мы уже, я на моей памяти, порядка, наверное, лет 10 уже обсуждаем страховую медицину. Только за прошлый созыв порядка 6 законопроектов было внесено в парламент по страховой медицине. Вот, мы смотрим, как вот в соседних странах, в той же Молдавии, да, в которой совершенно другая, ну, структура экономики и всего, ну, у них работает система страховой медицины. Мы смотрим Грузию, да, небольшая страна, там, буквально как один город наш, вот, крупный, если взять. Но тем не менее, работает система страховой медицины, врачи получают достойную заработную плату, соответственно, защищены пациенты, имеют страховой полис. Медикаменты по рецепту выписываются, и люди бесплатно в аптеках их получают. Давайте двигаться, давайте не стоять на месте и не ждать, пока вот что-то изменится. Если мы сами не будем менять, я настроен на серьезные реформы, и я готов поддерживать, но ради людей. Потому что дальше уже нельзя. Мы зашли в, ну, уже в глухой тупик по этому вопросу. А что такое медикаменты? Да это жизнь нашего человека, каждого человека. И на округе вот общаешься с людьми, они смотрят тебе в глаза. Это, ну, насколько могу, настолько помогаю. Тысячам людей я помог. Но я же не могу решить. Это на государственном уровне надо все решить. Надо сделать четкий закон, надо сделать четкие правила, убрать коррупцию. Я же вам говорю, у нас вот убирается система регистрации, перерегистрации. Вводится система вот в новом законе. Такой дозвіл на ввезення лікарського засобу на територію України. Вот. Ну, то есть убираются те препоны, вот, и производят... Згадайте, як тяжко навіть сьогодні зареєструвати медпрепарати на території України. Скільки потрібно пройти інстанцій, часу має пройти для того, да, щоб ця реєстрація відбулася? А в новому законі чітко прописано, що любой производитель, любой дистриб'ютор, который регистрирует препарат, он может в течение реального времени, находясь в любой стране мира, зайти в компьютер и прозрачно посмотреть, как двигаются его документы. Потом четко определены сроки регистрации. Потом, если никаких замечаний по препарату нет, не надо перерегистрировать. То есть он будет постоянно находиться на рынке. Не надо там через каждые 5 лет проводить перерегистрацию. Это дополнительный сбор документов. Вот. И потом, сколько у нас случаев было в стране, когда мы закупаем даже за государственным, по государственным программам, за государственные бюджетные деньги, мы закупаем там вакцины или другие медицинские препараты, у которых, допустим, срок годности большой, а срок регистрации заканчивается, и эти препараты уже не применяются, мы теряем сотни миллионов бюджетных денег, которые могли пойти реально населению. Вот поэтому я считаю, что именно базовой в стране, где мы хотим провести реформы по-настоящему, должны быть соответственно четкие законы, на основании которых мы будем их и проводить. Потому что закон это еще не все. На основании закона будут подзаконные акты, будут наказы Министерства здравоохранения. Вот. Но закон это та есть платформа и тот фундамент, на котором будет все остальное держаться. И вот я вам говорю, даже поэтому, я чего? Это революционный закон.
Просто я вам сказал, какая была большая рабочая группа, сколько мы совместных заседаний провели, как подключали специалистов и международных, и поэтому мы везде получили положительную оценку. Поэтому я готов презентовать это на одно из первых заседаний комитета по здравоохранению, готов презентовать этот закон и сказать, что все фракции, все группы, подключайтесь. Это сейчас нужно людям. Сейчас нужно людям предоставить возможность. Сейчас надо защитить, дать возможность нормально лечиться. Потому что, ну, мы видим, даже те препараты, которые в разы выросли, противопростудные, противовирусные препараты, гормональные препараты, антибиотики, ну, просто их нереально сейчас купить. І навіть дивіться, на ринку фармацевтичному з'являються такі препарати. От скандал був навколо арбідолу. От з'являються такі препарати, а потім заявляють, люди ними користуються, що він неякісний, що він там не потрібний для громадян, і його забороняють, і теж скандально забороняють. От як власне боротися в такому в такій ситуації, щоб пацієнт міг себе захистити і прийти в аптеку і не купити там той самий же арбідол, який шкодить тільки здоров'ю. Поэтому вот в этой всей системе, вы знаете, жизненный цикл лекарского средства, да, вот я даже покажу, вот видите, тут мы, это мы так закон изобразили. Значит, и здесь в центре фармаконагляд, то есть это та позиция, которая будет отслеживать действие препарата на протяжении всего времени, которое находится на рынке Украины. То есть любые замечания, любые побочные явления будут моментально, как в Европейском Союзе, моментальная реакция на и действия, и четко прописано в законопроекте, и система, что такое фальсифицированный лекарский препарат, что такое препарат, который имеет побочное действие. Поэтому будут четко заниматься, не собирать документы, не подготавливать томы, а будут четко заниматься тем, чтобы быстро и безопасно работали препараты на рынке Украины. Если есть какие-то замечания, то они будут моментально устраняться, так как прописано в законе. Зрозуміло, дякую. Бажаю успіху у вашому революційному законі, законопроєкті. Андрій Шипко, народний депутат України, був гостем нашої студії. Залишайтеся на парламентському і далі. До зустрічі. А я желаю всім здоров'я і Божого благословення.